Я Трой Харли. Если вы видите, что кто-то жесток и груб к другим людям, особенно к детям, не оставайтесь в стороне, а помогите, потому что этот вопрос действительно важен для будущего поколения, потому что это может очень сильно искалечить психику ребенка. Не игнорируйте этот вопрос, не оставайтесь в стороне, помогайте.